Доброе утро. Доброе утро. Меня слышно? Да, здравствуйте. Слышно, да? Здравствуйте, да. Ага, хорошо. Так, вопросы какие-нибудь возникли у вас? Ссылку я отправил в чат для отмечания присутствия. Да, вижу, уже все отметились, даже больше, чем присутствует вас сегодня. Так, итак, вопросы какие-нибудь у вас появились? Нет? Нет никаких вопросов. Хорошо. Докладов тоже на сегодня от вас не поступило никаких. Дмитрий Сергеевич, извините, а форма уже закрыта? Кто? Форма уже закрыта для отмечания? Нет. Чем-то не могу отметиться. Люди отмечаются. Вот сейчас вот только что отметился человек. Написано, эта форма для вас закрыта. Вы под логином своим зашли? Сейчас проверю. Видно экран. Я тихо говорю или никто не слышит просто? Нет, не видно экран. Не видно, не видно, нет? Нет, не видно. Угу. Еще раз попытаемся. А сейчас? Нет. Тоже не видно. Все еще нет. Странности какие-то.
Сейчас еще раз посмотрим, что тут такое может быть. Все равно не видно, да? Но. Я тогда перелогинюсь. Сейчас видно. Да, сейчас видно экран. Гений программерской мысли. Значит, итак, у вас групповой проект. В чем смысл группового проекта? В том, чтобы вы, а, работали вместе, и, б, вы должны сделать работу в стиле работы по мат-моделированию. Значит, у нас в стране лидером этого направления, и на которое до сих пор ориентируется, является Самарский. Он предложил триаду: алгоритмы, модели, алгоритмы, комплексы программ. Вот это он так рисовал. В начале у нас идет какое-то явление, которое мы моделируем. На основе него модель. Потом идет алгоритм. И комплекс программ. И вот так вот все это вот связано. Под моделью тут понимается именно математическое описание модели. Соответственно, у нас математическое моделирование, по сути своей, строится на базе нескольких дисциплин. Значит, у нас описание явления – это прикладная теоретическая физика. Явление или объект,
объект. Значит, модель это у нас описывается с помощью матфизики. Это матфизика. Алгоритм это у нас теоретический компьютер сайенс. И комплекс программ. Это computational physics, вычислительная физика. То есть все это пришло из физики. Физика, как вы понимаете, это дисциплина, которая первая взяла себе в использование модельный подход. Как результат, фактически на данный момент физика – это наука, объединяющая большое количество других наук, которые используют модельный подход. Ну, фактически было в начале куча разных наук, скажем, та же оптика, теория электричества, механика. И физика объединяла их или апроприировала все эти науки в себя, задавая им описание в виде некоторых моделей. Фактически последнее, что она из больших вещей в себя втянула, это химия. Фактически химия у нас состоит из следующих допущений. У нас есть некоторые объекты, которые как-то взаимодействуют и выдают какие-то результаты. И вот надо нам комбинировать эти объекты таким образом, химические вещества, чтобы получить нужные свойства. Каких-то определенных правил комбинации нету. То есть у нас нету как таковой модели. Есть метод, ну, чаще всего это метод проб и ошибок. Когда что-то изменяют и смотрят, что получилось. Так вот, одним из больших достижений химии является таблица Менделеева. Таблица Менделеева. Вы видели таблицу Менделеева? Да, видели. Видели, хорошо. Хорошо, что видели таблицу Менделеева. Так вот, на каком принципе основана эта таблица? Принцип таблицы Менделеева. Ну, что есть разные элементы, у каждого есть свой номер, своя массовая доля. А по какому принципу они в таблицу соединены? По
Но там энергетические уровни разные есть. И по количеству электронов по каждому элементу. Да, по валентным электронам. Значит, химические свойства определяются валентными электронами. И вот, собственно, все это было показано, объяснена таблица в рамках старой квантовой механики. Это 20-е годы. И таким образом таблица Менделеева фактически была из химии переведена в физику. Ну, проблема-то состоит в том, что химические свойства больших соединений зависят еще от, не только от валентных, но и от других электронов. И вот если мы отдельные вещества, которые в таблице Менделеева и присутствуют, мы можем с точки зрения квантовой механики рассматривать, то большие молекулы уже описать с помощью квантовой механики не удается. Есть квантово-механические модели для описания этих соединений. И у нас есть такое направление, как вычислительная квантовая химия с помощью этой квантовой химии вычислительной на компьютерах пытаются исследовать свойства каких-то соединений. Ну, опять же, там строится модель этих соединений, выбираются модельные предположения, в частности, предположения среднего поля, то есть усредняется влияние всех электронов, и получается наша модель. Проблема в том, что в данном случае нам было бы интересна возможность решения обратной задачи. Ну, как вы знаете, есть прямая и обратная задача. Прямая задача в данном случае будет выглядеть следующим образом. У нас есть определенные вещества, каким свойством они будут обладать. А обратная задача, которая нам интересна, нам нужно сделать вещество, которое будет обладать определенными заданными наперед свойствами. Вот, к сожалению, вот эта задача пока не решается, поэтому химия на данном этапе представляет из себя отдельную естественную науку, не описываемую моделями полностью. Итак, вот это у нас структура, как, собственно, все это у нас описывается. Вот у нас есть теоретическая физика, которая разрабатывает, собственно, модельный уровень. Модельный уровень предполагается из теоретической физики. Она предлагает у нас модели первого порядка. Модели первого порядка описывают какой-то раздел науки или раздел физики. Вы физику не знаете, да? Или знаете? Молчание. Я думаю, как получится, но мне кажется, что в курсе у нас этого не было. Не было у вас физики? Раньше-то был, я помню, у вас. А сейчас... А в школе учили физику? Или тоже не было в школе? Я как-то видел. То есть я что-то помню,
другие, может быть, меньше, другие, может быть, больше. Ну вот раздел науки, физики, это, например, теория поля. Теория поля. Дальше у нас, например, теория твердого тела. Твердого тела. Гидродинамика. И так далее. В модели раздела науки задаются основные первичные элементы, идеальные первичные элементы. Вот, например, для теории поля идеальными первичными элементами являются, значит, вот теория поля. Это у нас поле. Частица и геометрия. Это первичные элементы, и из них строятся все остальные модели. И вторичные модели, модели второго порядка, они описывают конкретные, собственно, физические модели. Это все строит конкретные явления. Конкретные явления. Соответственно, все это у нас производит теоретическая физика. Так вот, теоретическая физика сама по себе выведена за пределы мат-моделирования. То есть мат-моделирование не рассматривает создание моделей. Она уже исследует существующие модели. Дмитрий Сергеевич, извините, да. А у меня все равно никак не получилось отметиться. Я совершенно не понимаю, почему у вас не получается, потому что вот 55 человек, присутствует меньше, конечно, людей. Так. У вас микрофон включен, поэтому да, эхо идет. Значит, вот смотрите, у нас значит, присутствует у нас 31 человек, отметилось 55 человек. Как-то они смогли отметиться, а вы, значит, как-то не можете. У вас точно все по ссылке вы перешли? Да, по вашей последней ссылке. И залогинились вы, вошли как корпоративный логин, да? Ну да, я перехожу, такой там Microsoft или что-то, Microsoft Forms, и сбоку окошко с моими инициалами. Могу скриншоты прикрепить. Ну, прикрепите, да, хорошо. Я даже не знаю, в чем проблема. Я пребываю в некотором изумлении. Я тоже. Ну, прикрепите, посмотрим, да. Ну, давайте продолжим. Значит, поскольку у нас модель не выводится, модель уже существует заранее, то мы в рамках мат-моделирования эту модель исследуем. И вот исследование готовых моделей – это у нас прерогатива прикладной
теоретической физики. Ну, это примерно то, что написано в учебнике Ландау-Лившица, десятитомнике. Основная реализация модели – это математическая реализация в виде математики. Как результат, математическое описание у нас задается матфизикой. То есть у нас должно быть строгое математическое описание нашей модели, и вот она делается с помощью матфизики. Далее у нас идет эта теоретическая операциональная часть. Значит, тут еще одна операциональная часть приготовления системы. Операциональная часть. И вот в операциональной части, а это часть измерения, мы должны записать алгоритмы для модели матфизики и создать комплексы программ для реализации этих алгоритмов. Ну, грубо говоря, в понимании Самарского, ну и в понимании специальности, текущее название 1.2.2, математическая физика, численные методы и комплексы программ, у нас мат-методы – это то, что в первую очередь описывает все с помощью дифференциальных уравнений. Ну и алгоритмы – это алгоритмы решения этих дифференциальных уравнений и программы решения дифференциальных уравнений. Ну, тут следует выделить, например, направление, которым занимается у нас школа под руководством Константина Евгеньевича Самойлова, научная школа. В этой научной школе методы теории массового обслуживания, там используется формализм не дифференциальных уравнений, а разностных уравнений, то есть дискретный формализм. Ну, в принципе, можно считать, что они взаимосвязаны, они могут переходить друг друга. Ну, таким образом, в рамках разностных уравнений, в принципе, тоже решаются такие же задачи. У нас описывается математическая часть через разностные уравнения, дискретные. Потом описываются алгоритмы решения этих уравнений и создаются численные методы и комплексы программ для решения этих уравнений. Ну и таким образом получается, что у вас ваш проект состоит из следующих частей. Собственно, вот мы взяли описание этой тройки по очереди. Это у нас вначале идет модель. То есть первый этап – это описание модели. Второй этап – это описание алгоритмов. Третий – это комплексы программ. Ну и четвертый этап мы сделали полная работа, то есть объединяющая все это вместе. И вот эти вот все части, они у нас фактически задают нашу тип нашей работы, как вы пишете диплом. У вас диплом скоро, да?
предстоит, как я понимаю. Через год. Ну, это очень скоро. Поскольку готов, он должен быть уже через полгода полностью. И вам в рамках этого диплома нужно, ну, хотя бы на конференцию выдать тезис и написать диплом по этой структуре. У нас структура естественно научного исследования укладывается в аббревиатуру ИМРАТ. Расшифруйте мне эту аббревиатуру. Никто не знает, что ли? Вы шутите. Вы уже доучились до конца третьего курса, а базовых вещей... Introduction. О, так. Что? Introduction. Introduction, да? Метод, по-русски. Ну, введение, методы, результаты. А, ну и обсуждение результатов. И обсуждение результатов, да. Вот, собственно, это у нас структура, естественно, научного исследования, структура статьи и структура вообще работы. Введение – это часть описательная, вы описываете, что было сделано до вас, какие исследования были проведены. Ну и поскольку вы сами модели не придумываете, вы описываете модель. То есть вот это первая часть вашей работы, первая глава диссертации посвящена именно этому. Значит, у нас, поскольку, как вы видите, в мат-моделировании три части, модель, алгоритм и комплекс программ, вы можете вашу работу строить с опорой на любую из этих частей. Ну или несколько частей. Вы можете сделать новое описание модели, то есть как-то изменить математическую реализацию этой модели. Вы можете предложить новые алгоритмы для описания этой модели. И вы можете создать комплексы программ для новые для вычисления этой модели. Конечно, предполагается, что вот все вот это вот можно сделать в рамках кандидатской или докторской диссертации. Понятно, что в рамках магистерской и тем более бакалаврской работы максимум, что вы можете сделать, это реализовать готовую модель и готовые алгоритмы с помощью у комплексов программ. Ну, фактически у нас, как вы помните, тройка: синтаксис, семантика и прагматика. Так вот, на этих уровнях, ну, на уровнях обучения вам доступно, наверное, только синтаксис, то есть как это будет сделано, то есть реализация в виде комплексов программ. В результате вы и диплом в таком же стиле пишете, и текущую работу вы делаете в таком же стиле. У вас предложено несколько моделей. Эти модели вы... Каждая группа, там вы в группу объединяетесь по номерам,
и каждая группа из какую-то модель исследует. Соответственно, модельная часть у вас уже есть. Вы описываете эту модель, то есть вы описываете само явление, которое вы исследуете, объект исследования, описываете математическую часть модели. Ну, то есть вот у вас первая глава вашей работы. Это явление, объект. Это у вас модель, если вы модель не трогали. Если вы изменяли модель, то она переедет у вас дальше. Значит, и литобзор. В литобзоре у вас будет описываться, какие раньше были исследования, кто сделал, что сделал, и дальше вы описываете новизну, что вы сделали в работе. И зачем это и где применяется? Вот это первая глава вашего диссертационного исследования. И в данном случае это первый этап. Это ваша модель. Это как введение будет, да? Вот оно. Значит, вторая глава у вас идет. Это методы. Материалы и методы. Для решения вот этой задачи вы используете определенные алгоритмы. Вот они, материалы и методы. Вы описываете, какие алгоритмы используете. Какие алгоритмы? Значит, почему их используете? Используете. Далее вы должны обязательные элементы работы с алгоритмами. Это блок схемы. И псевдокод. Ну вот, собственно, это вы описали методы, инструменты во второй части. Это вот у вас второй этап, это алгоритмы. Вы там описываете применяемые алгоритмы, как вы их применяете, какие варианты, сдаете псевдокод и блок схемы ваших программных модулей. И результат, который вы можете дать, это комплексы программ. Третья глава. Это вы строите комплексы программ, описываете. Это Julia Open Modelica у вас. Вы проводите вычисления. Получаете какие-то табличные и графические данные. Таблицы плюс графики. Это у вас результаты. И обычно в этой же части у нас принято обсуждение результатов. Если результатов много получается, то есть
достаточно тяжелая глава, то в исследовании можно вынести обсуждение результатов в четвертую главу. Ну, а в докторской диссертации это обычно так и делается, потому что там обычно третья глава разбивается на две главы, поскольку объект исследования более глубоко у вас исследуется объект, то есть вы там решаете не задачу, а проблему, ну и выносите обсуждение в отдельную главу. Ну, у вас тут обсуждение будет фактически вынесено в четвертую часть, когда вы дадите полную презентацию вашей работы, в которой будет и модель, и алгоритмы, и комплексы программ, и обсуждение, то есть зачем все это нужно. Ну, получается, у нас каждая презентация где-то на 5-7 минут, ну, где-то в районе до 10 слайдов. Потом эти полученные 30 слайдов вы опять же схлопываете в 10. И получается полная работа. И вот это будет некий вариант презентации, принципы подготовки вашей работы, которые вы будете докладывать при защите своей бакалаврской работы. Ну вот, все это выглядит примерно таким образом. Есть ли вопросы по групповому проекту? Нет вопросов, все понятно, да? Кто-нибудь скажите «да». Я это на все вопросы буду по проекту вырежу этот кусочек и буду прикладывать. Совсем все понятно. Ну, пока что да. Вот, очень хорошо, все, любой вопрос. Как будет в течение проекта, другой вопрос. А все, все, любой вопрос, я буду вот этот фрагмент вырезать и прикладывать, что на лекции было всем все понятно. И все знали, кто, что, как докладывать. Я бы сказал скорее, что непонятно то, что непонятно. Потому что у нас недостаточно контекста для того, чтобы знать, что нам станет непонятно. И этот контекст появится только, когда мы начнем делать эту работу. Как, собственно, обычно и бывает, когда люди ничего не задают на лекциях. То есть это вот у нас незнание, а не знание. То есть вы не знаете, что не знаете. Неосознанное незнание. Потом идет осознанное незнание, потом неосознанное знание и осознанное знание. Четыре этапа. Ну, вы в конце концов, да, может быть, придете к финишу, к осознанному знанию. Ну, так, следующий этап, значит, будет этап Сократа, который сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Ну что ж, очень хорошо. Итак, у нас еще раз, вот мат-моделирование у нас, реализация рассматривается только в виде мат-описания, математическое описание. Математика. Значит, ну, под математикой мы понимаем в основном это диф-уравнение. Ну, вот в данном случае у нас, как я сказал, есть еще разностные уравнения.
то, что у нас не является таким описанием, конечно, может быть, к математике, к моделированию имеет отношение, но и не имеет отношения к направлению, которое у нас защищабельно 1.2.2, мат-моделирование по физмат-наукам. Есть класс моделей, которые очень широко используются, когда у нас вместо математического описания идет алгоритм. Это у нас так называемые имитационные модели. Значит, у нас есть несколько, у нас очень много подходов по имитационному моделированию. Есть несколько наиболее известных, которые чаще всего используются. Это у нас системная динамика. Это у нас как сейчас по-русски модели, управляемые модели, дискретные модели, управляемые давайте событиями. Дискретно-событийные модели. Дискретно-событийные модели. Значит, дискретно-событийные модели — это у нас, ну вот, например, та же самая система GPSS для моделирования теории массового обслуживания. Это у нас вот разные симуляторы сетей, NS2, NS3, Amnet и так далее. То есть у нас все переводится в дискретный вид, и разные события вызывают фактически переход, как Марковский процесс. Вы знаете, да? Марковские процессы. И вот фактически переход из одного в другое состояние. На диаграммах это изображается с помощью State Transition Diagram. Диаграмм перехода состояний. Значит, это у нас агентный подход или многоагентный подход. Это когда у нас задается большое количество акторов, агентов, которые взаимодействуют друг с другом, меняют свои состояния, и для каждого агента задается алгоритм, по которому он меняет состояние и взаимодействует с другими агентами. Это, ну, достаточно большое количество языков. Это, ну вот, например, нетлога. Который свободно доступный, и с помощью него мы можем описывать разные эти ситуации. Потом у нас идет такой аппарат, как сети
Петре. Который фактически описывает дискретно-событийные модели, но в другом математическом аппарате. Вот описание дискретно-событийных моделей, ну и так далее. То есть достаточно большое количество подходов. Имитационная модель у нас в мат-моделировании может использоваться только в технических науках, как основная модель. А в мат-моделировании имитационные модели используют в качестве верифицирующих моделей, например. То есть мы должны иметь возможность верифицировать мат-модель, которую у нас есть, с помощью, скажем, имитационной модели. У нас получается такой мультимодельный подход. То есть чем больше моделей у нас, тем точнее мы получаем описание явлений. У нас какие, например, применяются натурные модели. Натурное моделирование – это когда моделирование происходит с помощью какой-то реальной реализации данного явления. Ну, например, при моделировании сетей и их каких-то показателей, мы можем использовать системы, которые работают, реализуют на себе образы оборудования этих сетей. Ну, например, для сетей мы можем использовать GNS3, в котором у нас просто подгружаются образы оборудования и как-то взаимодействуют. Ну, сюда же, скажем, Мининет. Относится, который тоже используется при натурных моделирования сетей. Итак, вот у вас имитационные модели будут на курсе моделирования информационных процессов. Наверное, в следующей четверти этот курс, наверное, у вас будет. Значит, GNS3 вы уже сталкивались. То, что у вас пакет-трейсер по выбору курс на локальных сетях, это он не натурная модель, это имитационная модель. Там именно имитация, то есть описывается алгоритмическое описание сети. И у нас натурная модель Мининет, это у вас, наверное, уже на четвертом курсе будет моделирование сетей будет. Курс такой, вы там будете с помощью Мининета моделировать разные показатели сетей, разные алгоритмы сетей и так далее. Значит, модели, которые
наверное, вы тоже будете заниматься, это статистические модели. Или сейчас это называют модели машинного обучения. Это опять у вас на четвертом курсе будет практикум по моделированию. По-моему, тоже по выбору. Дмитрий Сергеевич, у вас демонстрация экрана пропала. Это очень интересно. Давно пропала? Да нет, буквально минуту, может, прошло. Сейчас запустим заново. Появилось? Да. Да. Спасибо. Значит, что вы можете сказать про машинное обучение? Что-то знаете вы про это? Какие основные принципы машинного обучения? Никто не знает. То есть из вас никто не собирается заниматься машинным обучением? Нет, никто? Кого-нибудь спросим лично? Кто-нибудь тут еще есть? Угу, 23 участника осталось. Демидова Екатерина Алексеевна, вы здесь? Я здесь. Ну вот, расскажите нам про машинное обучение. Вы же любительница машинного обучения. А что вам рассказать? Я знаю только решающие деревья. То есть решающие деревья – это машинное обучение? Ну, я называю это так, да, как метод. Как метод. А есть ли у машинного обучения методы какие-нибудь свои? Не знаю. Ну, регрессия линей, наверное, тоже не тогда не свой. Нет, это тоже не машинное обучение. Итак, какая основная идея машинного обучения? Машинного обучения. Это для того, чтобы было видно, что машинное обучение – это не мат-моделирование. Какая основная идея машинного обучения? Обучить компьютерные системы выполнять какие-то различные задачи. Вот чем лучше очные лекции, тем, что можно вытащить студента к доске и там его мучить. И он вынужден будет отвечать. А тут вот раз отключился, и как будто тебя нету, да?
Ну, Катя правильно сказала у нас, что проблема математического моделирования, ну и моделирования в частности, это в том, что у нас, как вы видите, модели даются в самом начале. То есть у нас есть модель, и мы эту модель исследуем. А вот как появилась эта модель, мы не знаем. Ну, наверное, ее придумывают очень умные люди. Каких вы умных людей можете назвать, которые придумали какие-нибудь математические модели? Катя. Умных людей. Лодка и Вольтера. Вроде умные. Да. Это один человек, два человека или муж и жена? Два человека. Да. А как, а Ньютон? Нет? Тоже умный. А какую модель он придумал? Не уверена. Не уверена. А Галилео Галилей? Думаю, тоже умный. А какую модель он придумал? Ну, смотрите, а Евклид? Евклид умный? Умный. А какую модель он придумал? Зачем вы меня мучаете? Я тебя не мучаю, я с тобой разговариваю. Ну, вы же это в школе учили. Чем отличается пространство Евклида от пространства Галилея? Хорошо. А чем пространство Галилея от пространства Минковского отличается? А какие три типа пространств мы знаем? А Катя знает. Это эллиптические. Дальше идут. Параболические и гиперболические. Да, вот. У Евклида эллиптическая, у Галилея параболическая, а у Минковского гиперболическая. Все просто. Это называется конические сечения. Итак, основная идея машинного обучения в том, что поскольку умных людей не так много, как нам сейчас об этом рассказала Катя, а проблем нужно решать много, поэтому мы хотим, чтобы модели придумывала сама машина. Может такое быть? Ну, в принципе, может. Теперь давайте думать, а как это можно сделать. Поскольку у машинного обучения ничего не было, кроме вот этой чудесной, красивой идеи, машинное обучение стало думать, а каким же образом мы можем это реализовать. Посмотрела направо-налево Сева Иовама,
И что обнаружила? Катя, что она обнаружила? Кто? Машинное обучение. Она обнаружила мат-статистику, которую в современном виде предложил кто? Ну, чей подход к статистике мы обычно используем? Их много подходов, но мы используем чаще всего подход к статистике и теорию вероятности, предложенной Калмогоровым. Калмогорова знаем? Знаем. Да, вот Калмогорова. Итак, у нас в чем разница? У нас мат-моделирование. Машинное обучение или статистика. Ну, потому что машинное обучение просто производит апроприацию чужих методов. У нас в мат-моделировании описывается эволюция системы. У нас задается на модельном уровне системы, задается эволюция этой системы, и на уровне реализации описывается эволюция в терминах реализации, то есть в виде диф-уравнения, алгоритма или так далее. То есть у нас принцип мат-моделирования – это каузация. Аналогичный принцип у математического обучения. Математическое обучение каузацию заменяет чем? Математическое обучение каузацию заменяет корреляцией. То есть каузацию мы сделать не можем. А вот корреляцию с помощью методов статистики можем. То есть первая разница. Ну и при создании математической модели мы должны выделить самые основные элементы, ну и описать, собственно, взаимодействие этих элементов и эволюции системы, состоящей из этих элементов. Это направление называется редукционизм. В математическом обучении у нас статистика, если статистика, то это данные. Она берет все данные, которые есть, переваривает их, на основе них делает модели. Значит, у нас редукционизм заменяется холизмом. А у вас философия была? Была. Ну, значит, это вы все знаете. На первом курсе, на втором? На втором. На втором, да. А какая философия? Общая, просто философия. Общая, как так бывает? История философии западной, да? По Расселу. У Рассела есть. Там да. Кусочно было, как преподаватель пишет. Ну вот, такая вот разница. В результате
мы с помощью, то есть, как видите, идейные подходы математического моделирования и машинного обучения, они идейно отличаются. Ну вот, в результате мы получаем разные вещи. Это не значит, что мы не можем статистические методы применять в мат-моделировании. Мы можем, но не методы машинного обучения. Ну вот и все. Ну, наверное, тогда давайте сегодня... Уже осталось очень мало. Завершим нашу лекцию. Вопросы у кого-нибудь появились какие-нибудь? Дмитрий Сергеевич, а можно уточнить? На этой неделе закрывается сдача докладов к третьей теме. Это получается, что докладчики будут докладываться на следующей неделе к данной теме? Да, третья тема на следующей неделе. Будете сообщать, кто будет выступать на лекции? Ну, вот вы увидите, я выходные проверю, да, и тех, кто готов к выступлению, у них будет стоять достоин выступить на лекции. Хорошо, спасибо. Значит, раз вы будете достойно выступить на лекции, то... вам будет предложено выступить на лекции. А если этого стоять не будет, то вам не будет предложено выступить на лекции. Понятно? Хорошо. Ну вот, собственно, и все, наверное. Еще вопросы? Ну, у меня вопрос по поводу... А, да. Вот. Да, да. Отметки, что мне делать? Ну, будем разбираться. Я думаю, что это не принципиальный вопрос. Хорошо. А я могу вас сегодня найти в 5? Нет. В понедельник, вторник вы сможете меня найти, если вы бываете в понедельник, вторник. Да, да. Да, можете легко найти. Хорошо. Да, хорошо. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда до свидания. До свидания. До свидания.